Привет. Мы пытаемся сделать лайф. Надеюсь, что работает. Hello. Короче, 5 минут. Я думаю, ребятишки дадут мне поговорить. И что-то стормозит у меня все. Hello. Oh, I can see you all. Ciao. Не знаю, на каком языке мы еще да причем. Кой тут с нами? Hello. Okay, so we have this. Same to you. Как дела? Супер, как у вас? Ты кайфушка. А это как вы поняли, что я кайфушка? Почему так думаете? Приветики, приветики. Как дела? Все хорошо, вот с ужина приехали сейчас. Так что говорю, 5 минут у меня есть вроде. Как у вас? Hello, привет. Что-то никто ничего не говорит. Просто смотрим, сколько я живу в Руси. Жила сам ранее в Дубае, а в Казахстане сам, не сам в Руси, в Казахстане сам ведь 7 лет. Как дети? Нормально. Вот один в 3D играет, а этот не 3D. Ну, короче, что-то играет. А второй вот в ходунках, третий сейчас приедет. Давно ты замужем? Я замужем 6 лет. Будет 6 лет. Сколько вам лет? Мне 28. Поздравляю. Поте, великий поздрав из-за вас, lovely ones. Thank you. Stand up. I will not. Sorry. Hello. So it's like a lot of smiley faces. And just tell me if I should talk in English or in Serbian maybe. Or in Russian. So ask questions. У меня дети, да? Сейчас я как-то использую код. Фейзерки у Мишу. Я. Чекай, сечем се, наравно. Јел беше пасат? Значи, јел дечко кој ме спасао, и то сам само ја кретен. Пошла сам код фризерке и дамаја, сад има нека улица која има у Пантелеју и у Дурлану. Ја живем у центру, ја немам благи вези, јаш дуго нисам у Нишу, нисам у Србији. И ја пошла и таксиста каже, јел тамо и тамо, ја као да, тамо. Išla na dogradnju nešto da radim, da mi ušiju, nebitno. I on me odveze i ostavi me, čovjek je izašla, ne znam gde sam, ne znam šta sam. Kad provalim, to nije to, kaže ova šnajderka, kaže, ma nisam ja tu, kaže, odveze te u drugu ulicu. I onako sranje, ja kao izlazim i gledam gde sam, ne znam ni gde sam, znači stvarno ne znam gde sam. I ulazim u neku, neki čovjek me pomogne, uvede me u neku, ne znam, ajde, dečko napiši gde radiš. I dečko se ponudim da me odveze, jer znam ih sa Instagrama i ja kao sam u kola kao kretin i krenula. Hvala ti puno, evo, sad javno da se zahvalim, spasio si me. To je to Nikola, dobro, stavi pokaži, nije mogu sčas koliko kadar kojim sam, gde živjeti, ja v Almate živu. Ribitišek pokazat, no ja može biti čo nebud vilažu, ti otkuda je sjerba, kako ti skraneš hroši odnošenje s mužem. Ну, знаете, между все люди иногда хорошие отношения, иногда плохие, но бывает же и так, как с подружками, иногда вообще супер, иногда ругаетесь, ну, просто надо преодолевать все это, потому что вот замужество — это работа, это очень, очень тяжелый и тяжкий труд, и это говорят, ну, как говорят, добровольное рабство, да, так что вот так вот, если хотите сохранить, вы сохраните, если природно. Nisam. Where are you from? I'm from Serbia, but I live in Almaty. It's like Kazakhstan. Hello from Sweden. Hello, привет. Четкий английский акцент. Спасибочки. У нас в сербах у всех почти. Очень красиво сегодня. Спасибо. Ну, без макияжа потом наверняка. Okay, so a lot of you writing. Смотрела футбол. Да, сейчас смотрела, короче, что там было. Франция, Аргентина. И вообще красивый мяч. Уже с мужем комментировали, что вообще круто, я не знаю. Такие голы, и еще когда продлили 4 минуты, во втором еще забили, вообще супер. Хелло, покажи. Ага, хорошо. Сколько языков знаешь? 3 и 3,5, можно сказать. Испанский тоже говорю. Ла-ла-ла, hello from America, hello, привет, прелепости, хвала пуно. Платьишки мой дизайн, если что.
Вот. Так что вот так вот примерно. Ну все, я, короче, пошла ребятишкам. Всех целую. С мужем на русском. Have you been watching the World Cup? Yes, I have. It's French, France and Argentina, right? Ciao, милый. Ciao, Elvis. Ciao. Идем. Люди, идем. Спасибо. Окей. Пока.